В Волгограде начались торжества, посвященные 79-й годовщине победы в Сталинградской битве. Большая часть праздничных мероприятий будет проходить в формате онлайн, но традиционный легкоатлетический забег все-таки пройдет в традиционном живом формате. Состязание состоится в 75-й раз. Спортсменов ждут две дистанции в 5 и 10 километров. Старт и финиш у центральной лестницы на нижней террасе главной набережной города. В связи с этим сегодня с 8 вечера до 3 часов дня 2 февраля участок на Левой Продольной от улицы Калинина до улицы 7-й Гвардейской станет пешеходным. Водителям стоит заранее планировать объездной путь.